Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Только 4 апреля в Печоре невролог-эпилептолог из Сыктывкара. Лучший врач Республики Коми в 2009 году. Опыт работы 20 лет. Обращайтесь при эпилепсии, лечении последствий инсульта, поражении сосудов, заболеваниях позвоночника. Количество мест ограничено. Запись по телефону 30350. По сообщениям синоптиков, завтра, 3 апреля, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, мокрый снег, ветер юго-западный порывистый до 14 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 6, минус 8 градусов, а завтра днем плюс 3, плюс 5. Ох, и скукотень! Чем заняться школьникам во время вынужденного пребывания дома? Телерадиокомпания «Волна Плюс» и театральный коллектив «Сворожичи» объявляют новый конкурс. Мы предлагаем печорским детям стать настоящими сказочниками. До 6 апреля придумайте и запишите свою необыкновенную сказку. А начало ее должно быть таким. Однажды, когда второклассник Вовка сидел дома и делал уроки, кто может принять участие в конкурсе? Любой школьник от 1 до 11 класса. Да-да, старшеклассникам иногда тоже интересно вспомнить детство. Тексты присылайте в группу ВКонтакте «Объединение Волна». Самую-самую интересную сказку на выбор редакции и актеров театрального коллектива «Сворожичи» воплотят в спектакль. А мы снимем, а еще подарим победителю большой сладкий приз. Дерзайте! Мосты между нами, мосты. Песни со смыслом. От любимых исполнителей. Шансон. Душевное радио. Просто хорошие песни. Лав Радио. Лучшее из мира твоей любимой музыки.